переживаю, когда на работе, да, что дети одни, они боятся Баха. Как дети сами говорят, боимся Баха, сразу бежим в коридор. Ну, да, тревожно. Поэтому решились на такой, скажем так, из меньших, из двух зол выбрать меньше. Ну что, отправить в далекий путь. Ну, для себя я считаю, что безопасно, небезопасно везде. Поэтому случиться может где угодно, и дома, и в соседнем городе. Поэтому тут по ситуации. Страх, конечно, всегда присутствует, постоянно, он никуда не девается.